Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня будем играть в игру, где очень много разных прокачек. Watermelon Bomb, да, странная игра, но при этом затягивает. Да, вот тут арбуз говорящий и говорит, помогите нам, маленькие фрукты это говорят. И в общем, в чем фишка, мы стреляем арбузом, потом отпускаем его. И у него производится какой-то взрыв вокруг, и он спасает фрукты с деревьев. Наркомания, да, но при этом здесь достаточно забавно все это сделано. Различные прокачки, открывается количество врагов, там мы себе увеличиваем, так сказать. Хотя это нифига не враги, это тех, кого мы как раз спасаем, но за счет них именно мы получаем наши баблинские. Воу, и даже кокосы на деревьях растут. И представь себе, насколько здесь все сурово. Так, ладно, купим себе еще что-нибудь. Блин, здесь не очень клевое место, так сказать. Ну вот, вроде самое жилое это вот здесь. Да, 500 заработали, нормально. Так, баблинских надо побольше бы нам зарабатывать, поэтому увеличим количество ягодок. Ох, вот там просто сочное место, бам. Ну, неплохо, снова 500 заработал. Да блин, я пытаюсь заработать больше, а оно все 500 до 500. Так, ну, оранжес увеличим. Окей, все, супер. Ух ты, сколько кокосов-то, а. Черт его дери, блин. Я хотел по-другому немножко все это сделать, ну ладно. Все, сбили, снова 500. 500, по-моему, строгая цифра для меня. Вот только 500 на каждом матче набиваю себе. Бам. Во! Вот это чейн был. Вот это нормально. 1700. Покупаем себе еще один патрон. Купим себе еще Oranges, да, Berries. И дальше купим себе на Explosion Rate или еще на большее количество. Большее количество, не знаю, чего. Oranges и Berries, наверное. Баттермелонов побольше бы. Так, что у нас там по Эвардам? Эвардов тут надо 2000 баксов, 60 фруктов сразу уничтожить, та-та-та. В общем, много всякой фигни. Именно так можно, наверное, пройти игру. Я не знаю именно, чем здесь концовка, но да. Так, вуп. О, 2000 баксов заработали. Ну, такая простенькая маленькая игра, но мне лично понравилась. Люблю всякие прокачки. Думаю, что и вы любите. Да. Так, ну, если на дереве будет просто тонна уже этих всяких бересов, то да, по изичу все получим. 20 fruit unlocked. А, это achievement, я думал, что-то новенькое открылось. Так, explosion size просто уже гигантский должен быть. Сейчас бабахну, посмотрим, что это было. У меня как будто холостой какой-то выстрелил арбуз, я не знаю, но да, это было странно. Опять снова как-то очень слабо. Что? У меня как будто один арбуз, он реально какой-то неправильный, или я что-то его как-то не знаю. Я о нём плохо забочусь или что? Так, воп, воп. Блин, как я обожаю вот эту, знаете, вцепную реакцию, когда я все это сшибаю. Видимо, еще один арбуз у меня реально бракованный, он почему-то не взрывается у меня нормально. Так, Explosion Size, давайте еще раз купим Explosion Size, купим еще себе от этих оранжей до берриесов. И дальше будем бомбить. Вот, нормально снова взорвался. Что за чертово дерево происходит? Так, я, может, какую-то цепную реакцию неправильно запускаю, черт его знает. Так, ух ты, здесь сколько у нас. И вот здесь бы еще. Бам! Нормально. О, 40 фруктов unlocked. Отличный стрик, я считаю. Так, что у нас осталось? Чейнов 10, чейнов 8, 40 беррисов, 25 оранжес и 60 фруктов в общей сумме. Блин, да хренища так-то, я скажу вам. Ну ладно, пока прокачаем. Так, экспложены сайзы и тому подобное пока не можем прокачать. Блин, это серьезно, я это с дерева сбиваю. Что за наркоманское дерево, а? Ух ты, нормально, чейнов 8 был. Я думал, мы вообще долго не сможем получить, но да, получилось на этот раз. Так, беррис, 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 беррис. Просто 42 берриса, вы представьте себе, это сейчас вообще жесть будет. На! Просто сразу чейнов 10, ё-моё. Так, уберись, пожалуйста. Опам! Ну, здесь фигня, но в любом случае. Так, что у нас по ачивментам? Осталось 40 беррисов, 25 оранжей и 60 фруктов в общей сумме. А что, покупаем себе еще беррисов. И их будет в итоге 60. И, возможно, нам фартанет, и мы прям взорвем все. Бу-пам! У, 40 беррисов unlocked.
нормально. Так, делаем их 66 штук. Да проще Беррисы прокачать, они дешевле, а ачименты выполнить как нефиг делать. Конечно, все прокачки нам не купить за счет такого, но... Сейчас почти 60 было по-любому. Воу! Thank you for all your help. You help me reach it all goal. It's only 20 days. А, у меня была какая-то... А, у меня была цель заработать 5000 баксов, а не выполнить все ачивки. Эй! Я хотел еще поиграть, серьезно, хотел все ачивки выполнить. О, блин, ну ладно, в общем, такая вот игрушка. Поиграйте сами, достаточно забавная, коротенькая, но увлекательная, я считаю. Это все, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Если вы любите стримы, то заходите на мой Twitch канал. На этом все, всем удачи, всем пока.